Единая Россия прокомментировала выдвижение в депутаты Государственной Думы шоумена Сергея Зверева. Напомним, король гламура получил предложение от 5 партий. Ну, вы знаете, я понимаю, что это собственная инициатива господина Зверева. У нас правовое государство, у нас каждый имеет право избирать и быть избранными. Вот. Но партия таких предложений ему не делала. Но у нас для того, чтобы у нас от партии «Единая Россия», нужно пройти определенные процедуры. Это процедура предварительного голосования, на которой у нас люди высказывают свое мнение. Потом нужно выдвинуться, уже пройти и региональную конференцию, съезд, если это федеральные выборы. То есть у нас целая процедура. Поэтому что-то дополнительно сказать, поэтому я... Как пишут некоторые СМИ, артист не исключает, что может пойти на выборы как самовыдвиженец.